Самый часто задаваемый вопрос нам, ЛГБТ-людям, это как ты узнал или когда ты узнал, что ты гей или что ты лесбиянка. Расскажи, когда ты узнал и как это было? Что ж, у меня все очень просто. Есть люди, которые там осознают спустя там какие-то события, спустя время. У меня все очень просто. В детстве я просто понял, что не работает химия с девочками. Это в каком возрасте было примерно? Это в возрасте 7 лет. Вот прям совсем с детства. Я даже помню, как... смотрел на взрослых мужчин, и вот мне прям было интересно. То есть тебя привлекали больше взрослые мужчины? Да. А ты тогда задумался о том, что что-то не так? Или вообще у тебя были по этому поводу какие-то вопросы? Ну, какие вопросы? Я был еще очень маленьким ребенком. Еще как бы воспринимал все так, как есть, но уже начал задаваться вопросами, когда мне было лет 14. Угу. Вот. Пубертат. И тогда я думал, типа, что происходит, почему. Ты переживал? Ну, нет, благо у меня было много друзей вокруг меня. И у меня была и подруга тоже нетрадиционной ориентации. И мы с ней как-то вместе росли, вместе делились нашими ощущениями. Повезло. Да, мне повезло. Я буквально с первого класса рос и дружил с подругой. Вот, повезло, наверное, тоже. Потому что это вот самый сложный период — найти человека, с которым ты можешь что-то разделить. Да, потому что мы делились друг с другом какими-то своими, не знаю, там, секретами, проблемами, там еще что-то. Угу.